Саперным избрали новый состав муниципальных депутатов. Первым реализованным проектом шестого созыва стала модернизация детской площадки на Дорожной улице. Взамен старого оборудования здесь установили новый игровой комплекс «Летучий корабль». У местной детворы этот городок пользуется популярностью даже вечером, ведь с наступлением темноты только здесь можно поиграть при свете фонарей. Мы несколько раз подавали заявку для включения нашего поселка в программу «Светлый город». Программа рассчитана была до 2020 года. Мы не знаем, когда именно, но рассчитываем, что до 2020 года все-таки программа в части освещения поселка Саперный будет реализована. Среди амбициозных проектов муниципалов и зона отдыха за поселковым домом культуры. Здесь теперь растут туи, установлены красивые скамейки, а весной забьет первый в истории Саперного фонтан. Мы много копий сломали. Каким должен быть фонтан, каким должны быть малые архитектурные формы, каким должно быть мощение. Вот. Но, тем не менее, мы пришли к общему знаменателю. Я думаю, что будет очень красиво в результате, когда благоустройство завершится. Все работы на объекте закончить обещают в течение недели, а в муниципалитете уже ждут новых идей от горожан, как сделать поселок еще комфортнее для жизни. Все предложения депутаты обещают включить в адресную программу на 2017 год.